Всем привет, ребята из команды «Объект» презентовали мне «Стрелькам» собственные разработки и производства. Извечная проблема любого любителя видеосъемки – это невозможность снимать движение с рук. При любой ходьбе, не говоря уже о беге, отснятые материалы из-за тряски невозможно смотреть. «Стрелькам» во многом решает эту проблему, поэтому данный девайс будет незаменим. Итак, «Стрелькам» поставляется в удобном просторном чехле. Подозреваю, что непромокаемым. Сейчас инструкция. Собственно, сам стадикам. Выглядит довольно надежно и прочно. Выполнен он из дюрали. Пластиковые элементы спроектированы и напечатаны на 3D принтере. Стадикам имеет два колена с набором грузов под любой видеоаппарат. Выглядит довольно удобно. Для своей компактной, казалось бы, для переноски размеров стадикам выдерживает с легкостью и профессиональную технику, такую камеру, как Canon 40D, при движении не болтает, не ведет. Я думаю, это впрямую отразится на качестве съемки. Давайте это и посмотрим. Переместившись на улицу, проверим на стадикам в действии. Путешествуя, нам часто важно снимать движение, а снимать с рук, как вы понимаете, не очень удобно. Но со стадикамом в руках кадры получаются значительно плавнее, мягче и стабильнее. Возьмем, к примеру, популярную осеннюю сцену. Разница очевидна, правда? Ну или классическая съемка пейзажа. Со стедиком намного лучше. В общем, мой вердикт таков. Мне стадикам понравился, просто использование легкой переноски. Буду пользоваться и вам рекомендую попробовать.